Нападает волк. Армия. Пусть исследует руинки. Ну что ж, устраиваем пир. Наш первый пир. Народ счастлив. Забираем сразу, без раздумий. А, нашествие мышей. Как же неудобно, я устроил пир, и на меня сразу мыши напали. В предыдущей серии нас разбил клан змеи, но сегодня мы выберем клан кабана и покажем всем, кто тут босс. Приятного просмотра. Привет, продолжаем играть в North Card. Начинаем новую игру, один игрок. Давайте сделаем цвет желтый. Враждебность мира. Сделаем высокое. Размер так. Все, погнали. Кабанчики. Так, первым делом тогда что? Мы опять делаем исследователя нашего. И... Да нет, пока нет смысла в доме. Еще есть два места. Жаль, нельзя натравлять, насылать, отсылать сразу двух строителей. Строить одно здание. Это было бы куда быстрее, например, когда на тебя нападают, вышку ту же построить. Давай, исследуем. Вначале это. Тут камни, мне интересно, что это за место. Тут сразу видно олени, и это хорошо. А тут лес. Возможно, мне даже опять повезло. Давай так сделаем. Рискнем немножко. Но зато быстрее увидим территории, которые близлежат к нам. Дипломатия, условия победы. Интересное место, но пока нет. Все, мы взяли. Строим сразу. Вот, дом лесоруба. Все время их теряю. И сразу строить тут дом. Ой, тут сразу валькирии эти. Сложный враг. Сразу двух лесорубов делаем. И берем эту территорию. Нет, меньше. Лесоруба это много. Изучи территорию, иди тоже. Добывай еду. Сторожка охотника строится. И тут можно делать сразу пруд. Мне кажется, тут место даже лучше, чем на той карте. Здание безработников. Пускай пока будет безработник. Безработников. Гнев Тора. Отлично. И всего лишь одну валькирию надо убить. Манит меня это. И один волк станет нам дружелюбным. Интересно. Счастье, еда копится. Ух, пошло дело. А там тем более уже медведь, как бы такой период наступил, когда медведь более бесполезен. Без хорошей армии. То есть его быстро убивали, давили числом. Найс. Сразу же делаем склад. Дерева не хватает. Отправляем еще одного, овечку одну сюда. Да, пускай там будет. Все, теперь осталось только ждать. Надеюсь, сейчас никто на меня напасть не захочет. Кстати, тут тоже пещера. Нужно поторопиться бы ее забрать себе. А сделаем его мудрецом. Пускай добывает нам предание. Железо. И тут у нас железо. А камень у нас. Только там. Давайте, наверное... Не, все-таки это вначале. Потому что пока до сюда дойти. А, нет, можно было бы отсюда начать колонизировать с этой клетки. Стройте. Выйдите, там работайте. Стоп, нет, подожди. Протупил. Как можно ближе построить, чтобы меньше бегали. Иди в разведку. Нападает волк. Армия. Овечка. Разведчик что, у нас не может драться? Ну и дает. Шамана построить домик надо.
Домик шамана. Забираем тогда это. Тут будем... А, стоп. Это камень. Это не железо, это камень. Тут еще один волк. Но он сейчас станет нам нейтральным. Жаль, за него управлять нельзя. Строим тут. А ты иди добывай камень. Сразу раскошелимся на это все. Чтобы обгонять наших будущих врагов. Все равно они нам соперники. Даже если будет у них с нами нейтралитет. Рано или поздно кто-то кому-то объявит войну. Болото. Тоже хорошо. Иди исследуй. Пусть исследует руинки. Что там у нас? Каменоломня завершилась. Эй, ты куда? Нет, изучай. Она пускай долбит камень. Пристань Дракара. Давай, отправляйся. Ну все, поход за преданиями, да. Хоть у нас пока быстро копится, меня это радует. Но они все равно нам сейчас будут нужнее, нежели этот... Это слабо. Постройте алтарь конунгов. Алтарь 150-315. Все, и мы можем сразу рельеф местности. Или давайте вначале это. Нет. Нет, давайте это. Получим халявные ресурсы. 160. Подождем или делать... Подождем, никуда не убежит это. Все. Тут также есть камень. И еще тут получим камень и 30 славы. Пока что мне все нравится. Так, а еда пошла в плюс. Так что давайте изучаем. Ой. Колонизируем. Тут у нас 4 волка. И они нас будут охранять в случае чего. Так мы еще нашли и вулкан. Вообще мне кажется то, что игроки расположены так. Тут один. Тут один. И тут один. То есть по разные стороны от вулкана. А вулкан — это центр карты. Возможно, я ошибаюсь. Но если это так, то... В принципе, да. Так оно и есть. Надо собирать эту территорию. Обмен. Торговые пути приносят плюс 100% к золоту. Нейтральные народы примут любые ресурсы, вы получите плюс 1 к счастью. Открывает мои. Берем кораблестроение. А, сюда, наверное. Конечно. Чтобы никакие кракены не могли напасть, и тем более в связке с кораблестроением и моряк. Ой, маяк, блин. Дракар... Дракаров неуязвим кракенам. А, только это, я думаю, что он там добавляет. Дом. Торговое влия, понял, все. Тут нужно... Кстати, у нас по золоту неплохо все. Только теперь еда у нас немножко проседает, но уже весна. Не так страшно. Требуется улучшенная ратуша. Улучшаем. А что, нам не сложно. Улучшим первым делом склад. Или лучше лесорубов. Каменоломня, кстати, сразу улучшенная получается. Тут еще лес. И тут ходит медведь. Брать так территорию, что ли? Тут сразу ставить башню. Потому что тут и камень, и лес. И плюс 10 к атаке. Голем, интересно, ты станешь мне нейтральным или нет? Мне что-то подсказывает то, что нет. Десять камня нужно теперь. Нужно кое-что еще построить. А именно дом шамана. Они же добывают предания в свободное время. И тем более у меня есть 2 раненых. Все, первый есть, смотрим теперь. А, сейчас он, потому что занят пока что. Пускай пока будет все так. Как он освободится, тогда посмотрим, уже сверим, кто больше добывает. Так. Увеличит производство мудрец на 40. Следующая мастерская мудреца будет бесплатная.
Не знаю. Плюс 15 с неулучшенным зданием, минус 10 содержания зданий. Да, давай так, ликвидацию уберем. И можно улучшить сразу. Что мы сделаем? Я могу еще взять одну бесплатную. Травничество. Каждый шаман дает плюс 5 производству там, где есть дом шамана. Ах, не там построил я дом шамана. Рост населения. Ручной труд. Неулучшенным зданием. Тогда лучше неулучшенные здания оставлять. Берем. Тогда лучше брать количеством как раз. Ну, вот как раз это неулучшенное здание считается. Шаман. А вот ты где. Теперь смотрим. Шаман плюс один. Ну да. Не так уж выгодно. Алтарь конунгов. Стоит ли копить? Я думаю, стоит. Ваш разведчик был ранен. Да давайте его отзываем. Пускай он добывает лучшую еду. Ну что ж. Устраиваем пир. Наш первый пир. Народ счастлив. Новая территория. Да, ритуальный круг. Правда, я думаю, то, что он тут. Три драугра. Нет, нам нужно делать армию все-таки. Для этого давайте мы сделаем тут хижины рыбака. И отправим его делать ее. Сколько там осталось камня? 14. Неплохо так добываем. Хижина рыбака готова. И тут еще одно предание. За захваченные зоны. Торговые пути приносят 20 больше золота. Наверное. Обмен. Осмос, да? О-о-о! Вообще хорошо. И сразу упало. Контакт установил я, да? Болото либо тут, либо лучше тут захватить. Разведчик, иди работай. Теперь ты рыбак у нас. И теперь нужно построить нам будет казармы. Учебный лагерь строим. Тут, а может быть тут. Нет, давайте тут. Тут мы более в безопасности. И забираем это место. Хотя, я думаю, не так быстро мы его и заберем. Тут аж три драугра, у меня уникального юнита, я так понимаю, нет. Военного. Учебный лагерь построили, давайте теперь сделаем мы лагерь щитоносцев. Да. Лагерь щитоносцев тоже тут делаем. Теперь нужно собирать армию. Я думаю... Воевода... Но нужно железо. Да, будь воином. Давайте торговый пост построим. Нападают на вас? Ну, они дикие. А, там волки с ним дерутся. Вау. Полечи волка, пожалуйста, лекарь. Это круто. То есть волки, значит, реально за меня. Давайте потихоньку сюда армию переводить. Шаман, иди тоже, наверное, в армию. Ух, дорого это все, конечно, по 42. И сейчас мы построим еще рынок. Будем продавать еду. У нас с едой все хорошо пока что. Не хочу сглазить. Одного волка все-таки убили. Делаем последнего нашего армейца и нападем на павшую валькирию. Захватим тут... О, тут мы еще нашли могилу драугров. И в лес уйдем. Тут у нас как раз медведь будет союзником. Новое предание. Так, силу атаки. Или торговый караван. Давайте попробуем. Мало. Железо берем. Потому что нам нужно сделать воеводу. Плохо то, что на медведя напали. Медведь это наш союзник.
А где еще один воин? Ага, вот он. Сохраняемся и нападаем. В атаку! Давайте, солдаты. Ого! Найс. Забираем сразу, без раздумий. Мангуст. Это вороны. Они убили медведя. Заразы. И они уже взяли эту территорию. Какое-то достижение заработал даже. Тор фанатик. А, понял. Потому что гнев Тора захватываю. С кобальтами? А где они находятся? Жаль, что они лес взяли. Тут что ли тоже лес? Кажись, да. Тут такой проход к ним. Точнее, к нему, к лесу. Давайте одного торговца сюда. Даже думаю, двух. Пускай полечат наших солдат. Тут можно построить... Ой, нет, 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 не надо. А вот на Трауграф надо. Потихоньку переводим солдат. Доверять мы не собираемся им. Поэтому влепим тут башню. Кстати, мы неплохо так обгоняем. И это не может не радовать. Ну что? В бой? Пока неплохо. Я думал, будет куда сложнее. Не, кстати, хорошо прям воевода. Воевода воюет. Давайте сразу пир делаем. И забираем территорию себе. Алтарь конунгов. Обязательно его нужно строить. Что это тут? А, нашествие мышей. Раньше не было, кстати, такой анимации. Крысы распространяют болезнь. У меня шманы есть. Давайте, работайте. Я думаю, есть смысл это улучшить. В данный момент. Самое то. Еда у нас идет в минус. Нужно построить тут еще склад. Ладно, пока что пускай. Как же неудобно, я устроил пир, и на меня сразу мыши напали. Хотя бы от болезни вылечились. Строим алтарь. Нет, не строим. Лучше построить алтарь конунгов. Где-нибудь. Хотя нет, подождет. Пока денег не так много. А мне кажется, такое делать это кощунство. Ой, а я про нее совсем забыл. И у нас еще одно предание. Иди работай, наверное. Да, тут. Я могу взять. Так, а что мне бы взять? Рост населения. Ну да, у меня домик неудачно стоит, поэтому лучше, наверное, рост населения взять. Это будет весьма неплохо. То есть он сейчас придет через 30 дней. Все равно долговато. Нужно бы построить пивоварню. Ну, он дает счастье, алтарь конунгов. Кстати, победа вот за славу. Это на 12 зон захватить. И 1200 славы. У меня, то есть, 1/3 сделана уже. И алтарь конунгов построен. Нифига себе. Мы близки к победе. Хотя, я сейчас так говорю, а ведь... Сейчас начинается самое напряженное. То есть, мы уже подкрадываемся к друг другу. Тут, тут... Что у нас? Только воевода ходит, да? Неизвестный. Хорошо. Пускай торгуют, я только рад. Кобольты. Давайте. Я же только рад. Титул Ярл. Милость богов Фрей. Зимний штраф значительно меньше 70 для еды и древесины. Бальдер. Плюс 5. А, хорошо. Тогда сделаем кузницу. Хотя у нас еще нет жилета.
О, нет, есть немножко железа. Алтарь конунгов. А он пассивно приносит, получается. Да. Отлично. Сюда. Ее тоже сюда. Хотя нет, сейчас кого-то нужно отправить на работы в шахте. А на этом создание Великой Империи подходит к концу. Спасибо за просмотр. Жди новой серии. Пока. Thank you.